Под прицелом рынки и торговые точки Шымкента спасатели и полицейские вышли в очередной рейд, чтобы праздник не стал трагедией. Горожане скупают салюты и фейерверки, забывая порой о том, что это не только яркие впечатления, но и опасная пиротехника. Спасатели настоятельно рекомендуют требовать у продавцов лицензию. При выявлении случаев торговли пиротехнических изделий, бенгальских огней, нами будут совместно с полицейскими службами проверяться документация, это то есть сертификаты, лицензии на продажу пиротехнических изделий. В случае отсутствия документации или при неправильном хранении пиротехнических изделий местной полицейской службы будут возбуждаться административные дела. Для спасателей праздничные дни становятся еще жарче. Риск возгорания увеличивается в разы. И это при том, что пожары в Шымкенте вспыхивают фактически ежедневно. С начала года в городе зарегистрировано 194 пожара. Ущерб исчисляется миллионами. Ущерб составляет 630 миллионов. Спасено материальных ценностей на 1 405 миллионов тенге. Основные у нас нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, также электрооборудование и неосторожное обращение с огнем. А тем, кто в новогодние дни отправляется в дорогу, не стоит пренебрегать рассылкой о погодных сюрпризах. Узнать о состоянии дорог областного и республиканского значения можно по номеру 112 или же скачав бесплатное приложение «Дармен». Куркем Исибалиева, Монтая Ульбеков, Нургельдес Адвокасов, информационная служба телекомпании «ОТРАР».